Ребята, всем привет! Сейчас покажу, что я купила сегодня, в первый день, 10 апреля, в Стокман. Вот такая шоколадочка. Химбир фирма, прослойка. Такие шоколадки были с разными вкусами. Но я взяла вот такую с малиной. Малиновая прослойка. Произведено в Австрии. Ну, считается, что швейцарский шоколад, да, и, в принципе, австрийский тоже неплохой. Хороший, так сказать, попробуем. Такие я, кстати, не пробовала. И второй вот такой с цитроном. Что-то я не помню, ни разу не пробовала шоколад с цитроном. Так, посмотрим, что здесь у нас в составе. Со вкусом лимона. Темный шоколад с помадной начинкой. И малиновый, он тоже темный шоколад. Вот, было несколько разных видов. Масса 100 грамм. Сделано в Австрии. И стоит он, сейчас посмотрю по чеку. Стоит он, по-моему, 170 рублей, если я не ошибаюсь. Так, вот сейчас увидите мой чек. Да, 170 рублей. Такие вот шоколадочки. Так, это чипсы. Чипсы были с разными вкусами. Я взяла кетчуп. Там внутри такая коробочка. Кто производитель, сейчас я точно не прочту. Но, как мне сказала женщина, с которой мы там разболтались, что это Турция. Ну, понятно, что сейчас везут в основном все из ближайших стран. Стоимость этих чипсов, здесь 100 грамм, 160 рублей. Ну, мне показалось, что это более-менее нормально, учитывая, что в магазинах сейчас тоже чипсы уже сотку и за сотку стоят. Так, вот такие вот палочки. Шоколадные палочки с апельсиновой начинкой, 75 грамм. Здесь есть крупный перевод. Палочки из молочного шоколада с апельсиновой начинкой. Стоили они, насколько я помню, 200 рублей. Ой, извиняюсь за фокус. Ну, конечно, возможно, где-то они еще продаются. Но мне вот попались и захотелось попробовать. В прошлом году таких не было. Буду доставать наугад. Не буду подбирать. По... как это называется-то? По наборам. Сейчас мне попался в пакетике шампунь. Так, шампунь. Достаточно большой. Здесь 0,5 литра. Причем были шампуни более маленькие. 300 грамм, по-моему. Но стоили они также. Этот шампунь стоил 450 рублей. Я понюхала. Он достаточно... ну, вкусно пахнет. Вот такой вот шампунь. И... удивительно произведено в Финляндии, потому что, ну, Стокман магазин финский, но уже практически там нет финских продуктов и вещей. Так что вот такой вот шампунчик. Посмотрим. Так, следующий лот. Это вот такие вот конфеты в шоколадной глазури. Было 4 вида мокки. Я взяла вишню. 150 грамм. Натуральные ингредиенты якобы, но тут понятное дело, что это надо все читать. Есть перевод на русский. Мокки, а может мёкки? Наверное, мёкки какой-нибудь. Так, изготовлено. Ну, компания какая-то. О, Мокки, Ленинградская область, город Всеволожск. Так что вот конфетки изготовлены у нас. 200 рублей стоит недорого. Так что попробуем. Дальше. Купила вот такую коробочку. Это складной контейнер. Стоит он 550 рублей. Цвет синий. Ну, там крышечка голубая. Конечно, наверное, можно купить такой за 100 рублей. Но очень вряд ли, потому что я сейчас смотрю всякие складные. Ну, складные вот такие вот, да. Стоят достаточно дорого. Ну, единственный, наверное, магазин, где реально можно купить что-то дешево, фикс прайс. Вот, но, опять же таки, вопрос в том, что можно ли там греть эти контейнеры, охлаждать и так далее. Вот, здесь в Стокман всегда есть безопасность по содержанию, да, как бы вредных вещей, веществ в пластике, то есть проходит контроль все фирмы. Вот, здесь можно греть, по-моему, можно охлаждать. Так что вот такой контейнер.
Я его еще не открывала, не смотрела. Вот показываю вам. Следующая покупка – это зубная паста Jordan. Там было три вида зубных паст. Я выбрала вот эту вот отбеливающую. Якобы даже за одну неделю отбеливает. Ну, это такой рекламный ход, скорее всего, конечно. И сделана она в Швеции. Так что попробуем. А стоила она 290 рублей. Ну, в принципе, нормальная цена реально, потому что сейчас пасты уже и в наших эконом-магазинах стоят тоже приличных денег. Особенно, если пасты хорошие. Так, что еще осталось у меня? Так, оливковое масло. Это такая небольшая бутылка, 0,25 литра. Фирму эту не знаю, такой фирмы раньше не было. Меня что подкупила цена, потому что ну, цена 250 рублей. Реально сейчас, ну как бы это недорого. Сейчас фокус опять. Вот. Масло оливковое из выжимок, рафинированное, с добавлением масла оливкового, не рафинированное. Ну вот поэтому такая цена. Но другого на самом деле там и не было. То есть было только вот это масло. Конечно, оно хуже, чем нерафинированное первого отжима. Вот, ну, взяла такое попробовать. И было такое еще 0,5. Ну, тоже достаточно недорого, 400 рублей. И вот такой еще интересный лот. Здесь, если так можно сказать, это кофе. Но баночка небольшая совсем. 50 грамм здесь кофе. Вот, симпатичная такая баночка. И такие кофе с разными вкусами. Вкусов много. Там 6, наверное, разных вкусов было. Я взяла с орехами пекан. Вот, были там и какой-то с клюквой, с апельсином, а просто ореховый, и с Irish кофе. В общем, на любой вкус. Ну, такая баночка, да, стоит недешево. Вот, 550 рублей. Но кофе, в принципе, вообще дешево не бывает. Но 50 грамм, ну, вот решила взять попробовать. Так, кофе натуральный, растворимый, сублимированный, пекан. Пекан пай, да? Состав премиальный, сублимированный кофе и ароматизатор. Ну, посмотрим. Но я разговаривала с женщиной, она брала, и какой-то кофе ей понравился. При мне она взяла еще другой. Местонахождение в Великобритании. Ну ладно, посмотрим, английский кофе. Интересно. Вот, можно было бы пробовать, конечно, всякие разные кофе, если бы было еще дешевле. Так что вот такие вот покупочки у меня получились. Все это вместе у меня обошлось где-то на 3000 рублей. Вот такой набор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Хороших вам покупок.